1 марта в Махачкале в Русском театре состоялась торжественная церемония открытия года Расула Гамзатова. Отметим, что данное событие отмечается после указа президента Российской Федерации Владимира Путина 2021 года об определении федерального статуса празднования векового юбилея политического гения, выдающегося представителя многонациональной литературы России, поэта аула и планеты. Мероприятие посетил и глава Дагестана Сергей Меликов. До начала самой церемонии совместно с дочерью великого поэта Салихат Гамзатовой глава региона ознакомился с книжной выставкой «Страница жизни». Открывая мероприятие, Сергей Меликов заявил, что Расул Гамзатов был не только аварским поэтом, он был дагестанцем, россиянином, говорил от всего Дагестана и от всей страны. Гамзатов прочно врос корнями в горы и землю республики, и в этом его сила, его непохожесть, его яркая национальная неповторимость. Именно в этой коренной связи с культурой и жизнью своего народа заключаются истоки гамзатовского поэтического феномена. Отметим, что благодаря поэту Дагестан получил гостеприимный статус. Он стал родным даже для тех, кто никогда не был на его земле. Почетным гостем мероприятия также стал и первый президент Дагестана, земляк Расула Гамзатова Муху Алиев, который в свою очередь рассказал о патриотическом духе поэта, его любви к своей родине и традициям. Завершилось мероприятие колоритной концертной программой, подготовленной ведомствами города. Асият Умалатова, Омарбек Газиев, новости телеканала «Среда».